Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. В команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. В команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. В команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам без мяча придется играть большую часть матча. В игре на первенство Греции 78 года Этникос принимал ПАОК. Открыв счет, гости, подбежав к скамейке запасных, начали бурно радоваться вместе с теми, кто там находился, не обращая внимания на предложение судьи продолжить встречу. Недолго думая, футболисты Этникоса в отсутствии соперников начали с центра, беспрепятственно прошли к их воротам и сравняли счет. Хотя, по-моему, это нарушение правил. Знаешь, не так давно такое же исполнили футболисты молодежной сборной Гибралтара. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Маурисио.